Я и до этого побороздил ее, потому что я здесь уже теперь 20 лет живу. Жил на Казанцево. Почти каждая колодина была знакома. Семьдесят, шестьдесят. Так, полтинник. Гидропост на шлюзе Марьина Грива. Владение Ильи Антоновича Казанцева. Как у меня Шуряк сказал, от Налимного и до Казанцева, это все Казанцево. Потому что, ну, я тоже, например, с Казанцева, когда уехал, я там ничего не продавал. Просто дом вывез, построился на Налимном, да. Ну, я такой же, как это, могу считаться жителем там, тамошним, потому что я и разрабатывал поля для сенокосных угодий. Ну, и бывало, и когда ездили мы по сообщению, у нас еще было, мы чистили копь. Все это расчищали сейчас, видите, теперь все заросло уже, когда у нас это все аннулировали. Мы вот это все поддерживали, действительно. Ну и городили где-то, что-то там подгораживали, поддерживали воду, закрывали этот шлюз у нас было. С той стороны тогда воды у нас в озере было больше. А когда вот именно нам запретили через заказник передвижение, тогда и воды не стало. Здесь в свое время академик Волков такой проходил. Ну, они хотели, да, они закупали технику, все, хотели возобновить канал. Ну, я думаю, если возродить, тут живого ничего не останется. Природа-то нарушится. Пускай, что как есть, так пускай остается. Что Отнанцев в книге писал про страну будущего, сбылось или нет? Я считаю, что нет, потому что он-то по-другому думал. Если бы видел то, что вот сейчас здесь есть, расстроился бы? Я думаю, расстроился бы. Здешние леса со всем зверьем охраняются государством. Так и несостоявшаяся страна будущего превратилась в заповедник. Заповедник людей. Красиво здесь бывает, когда водополье как затопит все на свете. Тишина, тот каз подопрет, этот как озеро стоит. Поселок по окону в воде. Вот только, не дай бог, в мире что-нибудь случись, передряга, тут будет туго людей. Люди жили рекой. А река людьми жила.
Эй, говорит, Хемингуэй.